Лучшие специалисты, передовое оборудование, международные стандарты лечения. С появлением нового медучреждения за год смогут пройти реабилитацию до 5000 пациентов. Вот, и здесь предусмотрен полный спектр оказания реабилитационных услуг пациентам после нейрохирургических операций, неврологического профиля и травматологических больных. Новый филиал находится на юго-востоке и рассчитан на 75 пациентов. Здесь созданы все условия для восстановления после инсульта, нейрохирургических и травматологических операций. Есть два бассейна со специальным подъемным оборудованием. В наших бассейнах проводятся занятия кинезотерапии в воде, мужской и женский бассейн. Для лиц с ограниченными физическими возможностями установлено современное уникальное оборудование, подъемное оборудование. Максимальная грузоподъемность до 180 килограммов. Это позволяет полноценно провести реабилитационные мероприятия для улучшения, для восстановления и улучшения утерянных функций организма. Стратегический партнер в открытии медучреждений – Народный банк. Благодаря механизмам государственно-частного партнерства попасть на реабилитацию можно бесплатно через ОСМС. Хотим показать, как выглядят наши палаты. Палаты. Да, функциональные кровати. Мы стараемся создать комфорт. Телевизор в каждой палате. Глава региона рассказал и о планах на этот год. Завершат строительство областной многопрофильной детской больницы в Караганде, двух подстанций скорой медицинской помощи в Майкудуке и сортировке. Также ожидается открытие нефрологического центра, центра позитронно-эмиссионной томографии и центра лучевой терапии. К тому же в рамках ГЧП откроют еще 5 поликлиник. Летом в Караганде начнут строить новую областную клиническую больницу на 330 коек. Центр ПМСП в Балхаше, новый корпус больницы имени Макожанова, а все центральные районные больницы области будут отремонтированы. Андрей Тайна, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.